Все началось еще в 2013 году, когда Виталик был еще ребенком. Время шло, мир менялся, он взрослел, и это сделало его сильным. Мир сейчас перестал быть прежним. Эпидемия тирексина в короткие сроки охватила весь мир. Наступили холодные времена. Некоторые зараженные мутировали. Они стали еще быстрее, еще опаснее. Выжившим становилось сложнее бороться за место на планете. Моего брата похитили неизвестные, и поэтому я снова один. С тех пор я не переставал искать его, и делаю это даже сейчас.
Вот эта тварь. Как же меня это все достало? Thank you.
Похоже, кто-то после себя оставляет следы. Какого черта они не тронули меня? Зомби-лошади, зомби, блять, на коне, зомби-медведи, зомби с оружием, что здесь вообще происходит?
Вот это уже интересно. Что здесь вообще произошло? Прости. Минус один. Получайте, мудаки.
Наконец-то! Хоть какие-то признаки жизни.